Друзья, сейчас находимся около парка Горького. Собираемся сегодня бежать по Садовому кольцу. 15 километров вот со всеми вот этими ребятами. Еще должны сейчас подтянуться. И кто к нам подъехал? Георг! Сила! Львиное сердце! Красавчик! Смотрите, что он мне привез. Долгожданная футболочка «Львиное сердце» с надписью «Максим Барана». От души его. Помоги ребятам с лишней вещи. Ну, у меня машина не резиновая. Ну, положи рюкзак. По 1000 рублей в ячейку к Максу Барану. Там уже рюкзаков столько. Я с вашими рюкзаками в Смоленск поеду, буду раздавать. Да потом можем снять. Вещи будут лежать только при таком условии, что вы, когда их будете забирать, ничего с собой не приходите. Лишнего, да. Не лишнего, а мы... На тебя, Глеб, что ты не приходишь. А моих вещей. Все? I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Ну что, Кравченко? Александр Кравченко. Универсальный бизнес, фитнес-блогер, который просто порвал город Смоленск своими 1000 бёрпи. Только Макс не в настроении. Да нет, я в настроении, Саш. Но после сотки бёрпи, а у тебя настроения тоже бы не было. Чтоб на будущее все думали, чем прийти заранее. Да, да. Красавцы, а? Смоляне красавцы, идем вперед. Когда-то я тоже так ездил, ребят. Смотрю в интернете, пробежка у кого-то. Думаю, нужно съездить. Что в Смоленске делать? Поехал, побегал. Познакомился с ребятами. И уже дальше продолжали общение. А тут хоп, и с Максом познакомился. Теперь уже Макс Топор ко мне на пробежке приезжает. А помнишь, Макс, в Питере бегали, а? Зимой. Мороз. Давай. Голый торс, это жесть. В следующий раз присоединяйтесь к нам. А эта камера работает. Да. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. Теперь можно потанцевать, пока стоим на светофоре. Кто-то танцует, кто-то прыгает. Бомбим. Я когда в лесу бегу, да? Один. Вечером. Идет ко мне девушка, бабушка. Я сразу уже издалека кричу, только не бойтесь. Я просто на пробежке. Я не маньяк. Я не гопник. Так, ребята уже исполняют на камеру, молодцы. Скажи пару слов. Макс, говори, пленка заканчивается. Кодек. Топор... Без комментариев. Давай я скажу. Топор, если топор не говорит, значит он сосредоточен, значит дистанция проходит на максимально серьезном уровне, понимаешь? Ну да. Поэтому тут не шутки вам, мы даже не ждали тех, кто опоздали. Ребята, нужно всегда раньше выезжать, чтобы вовремя приезжать. Или лучше заранее. Чем не прыгнуть с бёрпи. Да. Или лучше выпить кофе, чем не выпить кофе.
это уже моя политика. Хочу сказать, что пробежали 2,5 километра. Ощущения отличные. С нами автомобиль сопровождения Макса Баранова. И вся команда в сборе. Таким образом мы открываем сезон, вернее, закрываем сезон пандемии и открываем сезон уличных тренировок. Поэтому присоединяйтесь к нам каждую субботу. Эти тренировки будут проходить как в Москве, так и, возможно, в Смоленске. Макс, ну скажи, 1000 бёрпи или 15 км бег, что тяжелее? 1000 бёрпи, конечно. Ты уже сейчас это понимаешь? Конечно, да? Конечно. Но бег – это моя стихия, потому что я постоянно бегаю. И по 10, по 15 километров. Мы по жизни бежим. Да, мы по жизни бежим, работаем над собой. Каждый день добиваемся своих поставленных целей. Вот, недавно была цель сделать 1000 бёрпи. Я ее сделал. А мы ее закрыли. Она очень жесткая. Не каждый ее сделает. Пацаны, как самочувствие? Отлично! Если херово кому-то говорите. Best of me now, best of me now, best of me. Бег с препятствиями по переходу лесенки очень хорошо прокачивает ноги. Пятерочка позади. Сейчас пару минут назад остановились на том месте, откуда Макс Топор стартовал с покрышкой и в маске. Он бежал 15 километров. Если кто не видел, можете посмотреть у Амирана Сардарова дневник хача. Здоровья, спорт, сила! Я слышу! Здоровья, спорт, сила! Я слышу! Здоровья, спорт, сила! Вот и Ярик подтянулся. Вот и Ярик подтянулся, чуть опоздал. Это тот человек, который не сдается. На метро! Умудрился в пробку встать. Не, на самом деле, догоняли вас на каршеринге. Мы здесь за тобой топили, молчили, тебя догнали. Ты капец стартуешь конкретно. Нормально, жарко, Максо. Здесь жарко очень. Здесь. У меня скепки аж капает с козырька, смотри, с картонного. У меня также. Жара невыносимая. Фу, 30 градусов сегодня, 30. Погодка, как всегда. На нашей стороне. Нам светит солнце. Так. Смотри, колено, опа, уже выпрыгиваю. Как я понимаю, ты по одиссеевской программе работаешь, конечно, да? Конечно, регулярно. Утром по одиссеевской, вечером. Печенье, сон, да, со сгущенкой. Даже сон у меня, а я заворачиваю, я беру, короче, сгущенку и заворачиваюсь в нее на ночь. Красавчик. И просыпаюсь, мышцы сразу. Мужик. Сразу вырастают. Мужик. Брат с нами. А куда? Бить никого не будем, будем давать мотивацию. А что это мотивация? Цыганям, другим людям, вот, девчонкам, помашите ручкой. Да, давай, блин, будем мотивировать всех. Как раз девушки, мальчики катаются на велосипедах, молодцы. Мы всегда под контролем моей машины. Мотивация. В ней Геворг, Диночка. Крошка моя, я по тебе скучаю. Я без тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь.
думаю, сейчас песенки мои закончатся силами. Осталось немножко. Вот, друзья, кто хочет поучаствовать в таком крутом мероприятии, в следующий раз можете поехать вместе со мной в Москву. Будем тренироваться с ребятами. Бегать, прыгать, кроссфит. Площадки будем покорять. Ну, почти 8 километров. Немного осталось. Самые тяжелые. Самые тяжелые 5 и самые тяжелые 5 последние. Рядом Саня Кравченко, поддержка, музыка. А как по-другому? Смотрю, Максу тяжело стало. Боевой настрой. Еще подбодрить его музыкой. Где вы раньше были, а? Раньше не красавец было, как мороженое Макс пообещал. И то я об этом только первый раз услышал. Сразу красавцем стал. Такой классный пацан, ну вот вообще душа просто. Да, да, скажи, поздоровел, да? Поздоровел, а. С вами поздоровеешь. Нет, это самое... Макс, скажи, мне тебя одного хватает, да, еще 20 голов. Тебя не прокормишь. Это живой не закрыт. Сейчас будем делать обзор Явы. Ява старушка, кто не знает. 2 цилиндра. Не знаю, сколько кобыл, уже не помню. Бак. Здесь специальная сетка, чтобы грязь не попадала. Ну вот, видно. Бензин заливали какой-то бэушный. Ну это в детстве была моя мечта. И мечты в детстве у меня всегда сбывались. На таком мотоцикле не стыдно было к девушке подъехать, познакомиться, пообщаться. Это как сейчас на гелике подъехать к девчонке. Вот примерно в те времена на Яве подъезжаешь, и такой же эффект срабатывает. По-моему, вот это отверстие, туда засовываешь отвертку и сцепление подтягиваешь. Даже помню все, потому что приходилось самому ремонтировать этот мотоцикл. Было жестко. Это идет карбюратор у нас. Два цилиндра, головки, свечки. Ты катался на такой, Макс? В детстве. В детстве? У тебя был мотоцикл вообще? Да, уже в взрослой жизни, но не Ява. Да? А у меня Ява. Ява с скамейкой. Ява старушка. К-750. Касик. Урал. Днепр. Что у меня? Ижак. Тройка, пятерка. У меня, наверное, все мотоциклы были с тех времен. Ну, а Макс сразу пересел на Кавасаки. На Кавасаки ниндзя. И полетел. Все, тогда полетели. Спасибо вам. Хорошего дня сегодня и всегда. До свидания.